Всем привет, с вами снова Эндрю, и, так сказать, продолжаем экспериментировать с новой валютой Шиа и ихним плотингом на жестких дисках и SSD. Кто-то попросил сделать сравнительный тест скорости. Ну окей, сделаем. Вот вам SSD-шка 250 гигов. Эво 960. С ними соревноваться будут старые, как наш мир, по современным меркам, крутящиеся серверные диски с интерфейсом SAS 15000 оборотов. Они будут пересобраны под другой массив. У меня их здесь 22 диска. К сожалению, 3 уже умерла за 10 лет. Единственное, одной рукой это будет проблематично делать, но я попробую. Нет, все-таки не получится. Крышечку снял. Кому интересно, что внутри, можно даже сделать вот так. Обрубаю питание. Раз, два. Это не обрубили. Ждем секунд 10. Поскольку здесь два блока стоит. То есть у меня в этом сервере стоит Razer. Второй. Вытаскиваем. Скажи привет, Тимон. Подождешь немножко. Вытаскиваем. Сезон, открой все. Снимаем. Суем. Защелкиваем. Проверяем. Работ. Единственное, из-за того, что на этом китайско-немецком адаптере нету термодатчика, соответственно, сервер будет думать, что там что-то горячее стоит, и он будет рубать пропеллеры куда быстрее, чем обычно. Дарим, сейчас, секунду. Не так легко все делать одной рукой. Поворачиваем. Раз. Два. Врубаем питание. Кому сказать, вставить не могу. Да и еще одной рукой. Так, питание подали. Фокус появись. Лампочка загорелась, это больше не надо. Запускаем. Ну, теперь подождем, пока он загрузится. И тогда уже продолжим там. А пока он загружается, запустим хранилище на 2,5 дисков.
Это такой монитор. У него просто матрица раздавлена. Ну окей. Подождем. И продолжим, когда все загрузится. Вот он загрузился. Немножко все подтормаживает, поскольку здесь стоит мой тестовый диск с операционкой. Запускаем. Заходим. Отмечаем. Там кто-то посоветовал RAID 0. Создадим RAID 0. Мне не жалко. Создать. Вуаля. 22 диска, не RAID 10, как я все время делаю, а RAID 0. Это мне не надо. Это мы пока сделаем так. Вот наша SSD-шечка. Пусть будет GPT. Создали новый. Создали. Запускаем. Ставим. Хотя этот тест уже делал, но я не записывал тогда. Разница существенная, даже при RAID 10 по скорости. Ну, не прошло и 15 минут, как программа наконец-таки загрузилась. Ну, заходим в плоты, добавляем полностью дефолтные настройки. Выбираем SSD-шечку. И закидываем сюда. Создать. Создаем еще один. Кэш выбираем. Крутящиеся диски. Сохранение туда же. Единственное, что я сделаю, изменю название. Создать. Ну и все. Как говорится, сидим и ждем. Ну и чтобы показать, что работает, пока время не кончилось записи. Ну и что мы имеем? Прошло 3 часа, чуть больше, 3 часа 20 минут. Ну вот, SSD и SAS-диски. Разница пока 2%, но почему-то, сколько раз замечал, не знаю, получится, раз не получится, когда
уходит где-то после 40, САС просто улетает в стратосферу по скорости. То есть все тот же конфиг. Кому интересно, могу даже запустить аппликашечку. Сезам, откройся. Жопа толстая кошачья прыгнула мне на руку. Тимон, скажи привет. Да-да, ты. Вуаля. То есть 3.0x4, максимально 3.0x4. Ждем дальше. Ну, что могу сказать, прошло еще 1,5 часа примерно, плюс-минус. Ну и вот что случилось. SSD 32%, SAS 53%. Ну что я могу сказать, я просто не заметил, когда он закончил, но на улице ночь. А прошло еще 4 часа, САС закончил, но СССР-шка застряла. Причина кончилась место. Но все равно разница до 30% была, 1-2% это несущественно. И сейчас тогда покажу скорость. Просто видео получилось довольно долгое. То есть я запущу. И покажу результат. Было бы выше, просто у хранилища 6 гигабит максимальная скорость, поскольку RAID карточка позволяет до 12 гигабит, но при условии, что, скажем, один вход хранилище и выход из хранилища идет обратно в RAID карту, но у меня этого нету, конечно же. Ладно, подождем. Ну вот он только что закончил. Ну вот такая скорость в RAID 0, при том, что десятка все равно быстрее. Да, куда он делся? Это десятка, вот это нулевой. Все еще сидит, если посмотреть лог. Просто кончилась память, вот и все. Ну окей, я думаю, пока на этом все. Если что-то еще потестировать, пишите. Я посмотрю, что я смогу сделать. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, знаете, что делать. И всем пока.